ну что ж, мы рады всех приветствовать здесь, на уже традиционном, всеми любимом краевом фестивале по спортивному подлетному лову рыбы «Народная рыбалка 2023» под ваши аплодисменты! Ура! 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 И сегодня открыть это мероприятие, к нам прибыли наши почетные гости, позвольте пригласить на эту сцену министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Анзорьевич Кузнецов, главный судья соревнований Владимир Владимирович Колесников и председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Владимирович Ермолаев. Жан Анзорьевич, вам слово, прошу. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые жители Приморья, города Владивостока, сегодня рад поприветствовать всех участников, организаторов и гостей краевого турнира «Народная рыбалка», краевого фестиваля, который у нас уже проходит в 11-й раз и по праву, наверное, стал визитной карточкой нашего региона, что для нас это очень важно. Хочу сказать, что для Приморья и для приморцев подлёдный лов – это популярнейшее увлечение, и эти соревнования, наверное, объединяют всех любителей зимней рыбалки не только из нашего края, но и всех регионов нашей страны за все эти годы. В этом году мы объединили эти соревнования с уже традиционным народным праздником – Масленицей. И вас будет ждать обширная развлекательная программа. И я уверен, что эти мероприятия станут для всех, наверное, таким настоящим спортивным семейным праздником, где каждый из вас сможет найти занятия по душе. Я считаю, что это не маловажно. А сейчас я хочу пожелать рыбакам отличного клёва, отличного настроения, всем участникам и организаторам прекрасного времяпровождения. Дорогие друзья! Председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Владимирович Ермолаев. Давайте вы сначала, а потом инструктаж, как всегда. Давайте к нам судья, хорошо. Владимир Владимирович Колесников, прошу, вам слово. Уважаемые участники спортивной рыбалки, судейская бригада приветствует вас. В течение сегодняшнего соревнования мы будем помогать вам при организации этой рыбалки, и просьба выполнять все указания, которые будут от судей. Мы надеемся, что сегодня все победят самим участием в этом мероприятии. Естественно, главный победитель получит все причитающиеся ему призы в честной борьбе. Да, прошу. Прошу внимания, краткий инструктаж по технике безопасности. Я вижу очень много знакомых лиц, люди, которые постоянно традиционно приезжают на наши мероприятия, ну и для тех, кто первый раз участвует в нашей народной рыбалке. Коротко, в этом году, к сожалению, у нас в Приморье с рыбой плохо. Поэтому, слава Богу, что мы провели это мероприятие немножко попозже, то есть перенесли с января, потому что в январе мы бы не смогли провести в -25, слава Богу, что оно сейчас. Момент какой по технике безопасности? Лед очень скользкий, днем подтаивает, пленка небольшая. Лед очень гладкий, бесторосный. Прошу, все передвижения по льду осуществлять не бегом. Пожалуйста, при выходе на лед ножи на ледоборах должны быть закрыты. Следующий момент. В зоне, когда вы начнете после старта ловить рыбу, после сверления лунки каждый бур должен быть сверлен на пол шнека, стоять вертикально. Судьи будут следить за этим. Ну и с оборудованием каждый из нас может упасть. И очень внимательно относиться, чтобы держать дистанцию. Все, всем спасибо. Ни хвоста, ни чешуи. Победит сильнейший. Спасибо. Потерять
Бежать, не только бежать, только бежать. Я первый разряд побега у меня. Ничего не слышно! Друг от друга сколько стоять? Они ехали.
Ну вот такой вот фестиваль «Народная рыбалка» во Владивостоке. А вот с этой точки был дан старт народной рыбалки. Здесь вот ленточка. И вот рыбаки с этой точки вон туда шли. А здесь вот техника специальная какая-то тарахтит. Конечно, лучше, чем машину допить. А, не легкий, что вообще? Я бы это тоже проходил. Что вообще? Идея у тебя сказали. Вот тут рейсы ставили, как плохо, как много. Целыми семьями приходят. Хорошо. Вон там много-много рыбаков.